Дубль 2. Мы походили по заводу, по чайному, мы посмотрели чайные плантации, виды чая узнали и пришли в кафе, в котором наливают потрясающий вкусный чай. И вы можете оценить цвет этого чая. Это самый настоящий чай, который только может быть на свете. Вкусные такие шоколадные тарталетки. Люди, у которых их уже не съели, они их съели. Они просто схомячили все, и как бы и все, да. Но они любят, им налили снова чай. Небережные. Это жадные русские, которым налили еще чай. Да, вот как бы они пьют еще. Александр изучает английский пути. А, нет, уже русский. Палится. Я изучаю, что здесь написано, что вы не можете понять. Здесь очень-очень-очень замечательные надписи. Единственное преимущество – небережные листья чая. Что это? Это непонятно. Есть ряд линия примесь. Это тоже непонятно. Но мы понимаем, что это чай есть с примесями, не с примесями, черный и в пакетиках. А, да. И на прошлом видео это было, но это не слышно было. Не покупайте чай Липтон, Дилма и Млесна. Он покупает мусор из этих плантаций и делает в пакетиках. Приятного аппетита.